В микрорайоне «Птицефабрика» продолжается расселение жилых домов, попавших в программу комплексного развития территорий. Новоселье справили уже многие семьи. В гостях у одной из них побывали мои коллеги. Дмитрий и Светлана Треногины – счастливые родители, воспитывающие четверых детей. Ксении 13 лет, Полине 6, Никите 4 и самому младшему Роме 2 года. Все проживали в однокомнатной квартире. Для улучшения жилищных условий 2 года назад в рамках реализации госпрограммы «Молодая семья» Треногины встали на учет. Но там, говорят, долго нужно стоять. Наверное, чудо случилось. Вот расселение, программа расселения, но должно было быть не в этом году. Спасибо нашему главе Владимиру Михайловичу. Я подходила на выездной администрации, обращалась. Так случилось, что наши дома пошли расселяться гораздо быстрее. То должен был быть то ли 35-й год, то ли 27-й год. Восьмой дом на птицефабрике, в котором проживала семья Треногиных, давно себя изжил. Коммуникации прогнили, на стенах плесень. Вопрос с переселением решили быстро. И в конце июня многие жильцы старого дома справили новоселье. Нам все это хорошо сделали. Дети, вообще самые, в первую очередь дети, в восторге. Они зашли, это моя комната, это моя комната. Не все вчетвером на одной кровати ютились. Да, когда счастливы дети, и мы очень счастливы. Ну, и что уже скрывать, у нас своя комната, мы тоже счастливы. Теперь у каждого ребенка есть свое пространство, отдельное спальное место и просторный балкон, которого в старой квартире не было. Для малышей здесь оформили зону отдыха. Мне нравится своя комната. Ночью я всю ночь я сплю одна, мне даже не страшно, когда я читаю молитву. И когда выключают свет, мне так нравится, и мальчик мне во всем помогает, особенно когда я делаю мусор. Светлана по случаю новоселья и своего дня рождения готовится встречать гостей. Поздравить приехал и глава округа Владимир Волков. Чтобы не с пустыми руками на день рождения и с новосельем, поэтому вам только позитивных эмоций, чтобы эта квартира стала таким вашим домом, уютным. За праздничным столом семья Треногиных призналась, что мечтает о пятом ребенке. Чем больше детей, считают Светлана и Дмитрий, тем счастливее семья. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.